теперь же и вовсе дошли до абсурда, когда любая альтернативная точка зрения объявляется подрывной пропагандой и угрозой демократии. Вот чего из России не исходит, это все происки Кремля. Но на себя-то посмотрите. Неужели мы такие всемогущие? Чего любая критика в адрес наших оппонентов, любая, воспринимается как происки Кремля, рука Кремля? Ну это бред какой-то. Да чего скатились-то? Ну хоть мозгами-то пошевелите, как-то поинтереснее что-нибудь изложите. Свою точку зрения изложите как-то концептуально. Нельзя же все сваливать на козни Кремля.